Всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юранг, и мы продолжаем прохождение Паразитки Евы 2 на первый PlayStation через эмулятор DuckStation. Итак, мы с вами, ребятушки, остановили, значит, в том месте, что у нас с вами здесь звонил мобила, телефон. Так, мы с вами переключили все полностью. Давайте, наверное, знаете, что сделаем с вами? Я хотел, короче, опробовать эту вот волыну. Так, бицилин, говно воняющий проктолог, подожди, давай. Так, не будем с тобой шутить, потому что у нас мы уже нашутились на свою голову. Вы думаете, что все это шутки? На самом деле все далеко не шутки, ребяшки. Это все огромная, абсолютная правда и серьезность. А вы все смеетесь и хохочете. Как так можно? Так, подожди, а куда мы положили этот наш с вами калаш? Калаша я тебя не вижу, а у меня японский электрошокер. У тебя есть выбор. Макаров русский, галачер американский, пневматика. Чем тебя урыть, кстати, по таким, как ты? Веду огонь ниже пояса. Все, чтоб вы знали, ребятушки, все серьезно. А, святую воду мы так и не завязали, слушайте. Короче, давайте испытать. Испытываем. О, использован метаболизм. В смысле использован? Подожди. О, второй левел. Хорош, на халяву, прикинь, досталось. Вот это святая вода, батюшки мои. Я-то думал, мы с тобой будем в роли святой инквизиции, короче, здесь с кого-то что-то изгонять. Кого-то, оказывается, все оказалось совершенно по-другому. Так, по-другому. Все, погнали. Зарядка, загрузка. Во, смотри, какое оно, короче, пейнтбольное ружье взяло. Ну-ка, погнали. Сейчас мы с тобой всем люлей-то раздадим. Сейчас мы с вами, ребятушки-то, ух, как все. За калиточку погнали. Итак, тишина. Подруга, давай, что-то здесь темно кругом. Медиган? Я никого не вижу. Нет ответа. Да? Оператор не зон действия сети. Может, он пошел другим путем? Они прошли путем. Медиган, ты здесь? Медиган? Медиган! О, смотри, какой-то глаз красный в темноте светится. Что это такое? Алмаз какой-то, бриллиант. Ух ты, какой, смотри, какая шея. Здрасте. А вам кого? А нам Медигана. О, моя любимая музыка. О, смотри, какой. Это, о, это же старшой... О, ты чё творишь, бабу? Как тебе не стыдно бабу бить? Это же это самое, лошадь главная. Короче, этот, лошадь Пржевальского. Хорош, саундтреки попёрли. Ну-ка, баба, давай, крутись, вертись. Отворот, поворот. Опа, давай, ну-ка. Лизгинку спляшем. Мы вам покажем. Где ты там, лошадь? Так, у нас его какие-то какие-то бочки. Бачки мои, ты что творишь? Ты чё, верблюд? Слышь? Все, как тебе? Понравилось? Больно, да? Неприятно? Конечно, кому сейчас приятно? На тебе, лошадь. Сутулая. Есть собаки? Стой. Да ты чё себе позволяешь? Вообще ничего не вижу, что здесь происходит. Темнотич. Да ты чё, волчи... На тебе, влобешник. Все, красноглазый. Ты куда, верблюд? Стой. Приятно познакомиться. Все, что ли? Отъехал, прикинь, собака. Вот так вот. Что-то как-то слишком на изи, да? Не кажется тебе, что это для босса слишком-то легко? Опыт 300, так. Опыт 300, так. Сходи в гости к инвентисту. О, видал, как? Смотри, какие рифмы-то пошли. А причем такие, без каких-то либо оскорблений, унижений, понял? У нас с тобой опыт 300, сходи в гости к инвентисту. Вот так вот. Все мы с тобой сказали, как прям по-христиански. Все как положено, ребяточки. Все у нас с вами, все чин-чинарем. Мы с вами, как говорится, без матов, без чего-то либо такого. Шутим, как положено. Все, юмор канонический. Так, о, 200. О, 10,5 косарей. Прикинь, бабок набрали. Вот это да. Электромагнитная энергия 57. Ой, смотри, с него кожа сошла. Он, короче, в какого-то гепарда превратился опять. Постой, это же пушка Кайла. Прикинь, короче, Кайла, походу, сожрал. Батюшки мои. Перемычка еще одна получена. Кайл, ты что? Ох ты! Батюшки мои, ты что такое? Чудо! Ты что кожу сбросил? Ты как змея. Ты же не змея, ты верблюд. Лошадиный. Ну и смотри, какая отрыжка у него. Эй, ты проснулся какой, кушать хочет. Включите мой... Такой... Знаешь, как бомжар, короче. Ты что творишь? Лошадь сутулая. Все, восстанавливаем энергию. Ах ты! Да я не услышал его. А что у него за горб какой-то внизу болтается? Это какая-то шерсть, короче, за рожь. Ты...
Ты чё, куда ты бодаешься? Ты же не козел. Хотя, может, и козел, может, и олень, вообще не поймешь, что за чудо природы такое. Давай, оп! Хорош, промахнулся! Надь! Ты! Короче, какая-то лошадь. Слушай, знаешь, кто это? Здрасте! Слушай, он то ли черный плащ, то ли что это за чудо природы. А, слушай, а может это лошадь Шварценеггера, как думаешь? Может такое быть? Это что, это лошадь Шварценеггера? А почему нет? Красный глаз. У него кожа слезла, как у змеи, правда. На тебе. Все, хорош. Лошадь размотали какие-то бочки. А может они с овсом, типа, чтобы есть этой лошади питаться? На тебе, по голове. Перезарядка, бодруга, давай. Ай, хорош, свой пинбольное ружье перезаряд. Ты чё? Ядом траванул у меня. Прикинь, что делает вообще-то. Ты куда там вокруг себя закрутил? Что ты за пляски, за танцы устроила вокруг? Вокруг. Так, ладно. Мимо. Хорош, смотри, как баба прям чисто... Чисто прям по ему, короче, за ним прям целится. 140 патрон, нормально у нас с тобой. Еще, короче, целых две обоймы, считай, есть. Ну-ка, на тебе. Хорош. Слушай, вообще профигачиваем. Ой, да ты как? Я увернулся. Алло, Алёша. На тебе. Слушайте, это знаете, кого мне напоминает? Из людей в черном, короче, яйцеборот. Знаешь почему? Ты посмотри, что у него внизу находится. Ну, под шеей прям болтается. Это будет у нас с тобой, короче... Слушай, сколько мы придумали кличек? И верблюд, и лошадь, и яйцеборот. И все на свете, сколько... Ну, я как не вовремя перезарядка. Давай, бабище, хорош. Смотри, исчез. Добрый вечер. Это лошадь с Первого канала. Лошадь Проживальского. Давай. Сейчас мы тебе... На тебе, одноглазый. Скоро меня накроет с этой лошадью. Дурка, звоните. Что так? Да куда там кру... Что она все кружит, я не пойму. Хорош, отвали от меня. Что, довольна собой, да? Типа баба уработал, думает, такой крутой, сейчас будет прыгать. Такой, знаешь, мне так представляется, как будто он так... Либо как будто зевает, знаешь, такой... Либо кого-то такой этот... Рот так разевает, такой... Такой довольно ло... Да. Мы знаем. Давай, на тебе, все, хорош, по 200 дамага тебя. А чё у нас сколько осталось? 40 патронов. Того, получается, мы с тобой... Короче, мало осталось. На тебе. Верблюд. Красноглазый. Больно, бабе, больно. Баба, живи. Все, хорош, уработали. Так и уработали его под конец. Все, растеклась лошадь до конца, походу, я надеюсь. Кайл. Он был немного придурковатым. Но все же он мне... Видишь, как бабища это заговорила, да? Видишь, как? Конечно, а чё, она себе не могла в полицейском участке кого-то найти? Интересно. Так, 500 опыта, ООО 300, итого у нас с тобой 2800 получается. А, опыт, слушай, можем с тобой вкачаться. Во-первых, мы можем завязать даже не бицилин, не столько бицилин, сколько нам с тобой бы стоило бы, конечно, протеиновую вот эту кислоту, или что там за дичь что-то заюзать. Ну ладно, пускай так будет, граната. Я не знаю, вместо чего брать. Так, P229, интересно, а почему пропустили, почему на одну цифру 8, не P228, а P229, пускай, ладно, будет так, 9 мм вспышка, дедова подмышка, так, это у нас с тобой, короче, опять вспышка 20-го айфона стоит, по всей видимости, можем слепить с тобой противника, пистолет с глушителем, что, кстати говоря, не свойственно ему, знаешь почему, потому что у него был пистолет с лазером, лошадь по непонятным причинам проглотила волыну, это вообще для меня весьма удивительно, я думал, никогда в жизни бы на самом деле не подумал, что лошади питаются... пистолетами. Это, наверное, какая-то особенная лошадь, которой не хватало железа в организме, и поэтому он решил съесть пистолет со вспышкой 20-го айфона. Ты когда рот раскрываешь, раз так и слепишь, короче, кого-нибудь. Типа там пошел, допустим, к стоматологу, да, так, такой, скажешь, откройте рот, он так открывает рот, ему желудка, так раз, вспышка в лицо, и все. А потому что надо было быть готовым, да.
Ничего не знаю, что там кукол во рту окажется вдруг. Или в желудке. Будет так гастроскопию кто делать, а у нее там вал НП-229 валяется. А почему? А потому что это лошадь такая проживальского особенная. Пистолет глушителем тактическим фонариком с 9-мм патронами, 120 дальность на 4, темп 90/3, вес 92, емкость 12 из 50. То есть всего лишь 12 патрон. Я просто не понимаю, а смысл? Я не понимаю. И как бы на этом наши как полномочия все кончены. А я не знаю, как мне брать ее. Вместо чего? Вместо вот этого ГВП? Ну, типа говно воняющего проктолога? Я не знаю, что менять. Энергетик нам не нужен, так... Хотя нет, энергетик нам нужен. Трицелин. Вместо трицелина, если только взять, может быть, попробовать. А он полностью восполняет здоровье. У него, в принципе, тоже плюс. А я не думаю, что я гранатами буду пользоваться. Ну, пускай. Ладно, все равно, в принципе, всего еще пока что много, вроде как. Ладно. Все, короче, растворилась у нас с тобой наша собака. Пещера. Мы с тобой, короче, заделались пещерниками. Через щель в стене виден свет. Прикинь, вон, я тоже вижу свет. В конце туннеля. Бабища у нас с тобой, короче, пещерная, она видит свет. Сейчас подвисла. Батюшки мои. Слушай, ты меня подругу так давай не пугай. Слушай, а может быть эти... Вообще бочки были типа для освещения, как я понимаю? Наверное. Может быть они, конечно, взрывались? Не знаю. Но патроны как-то тратить было неохота. Потому что у меня патрон-то и не было, кстати говоря. Как убили, так убили. Слушайте, чего вы в конце концов? Не то самое, не занимайтесь ерундой. Хорош! Прикинь, как всех проскидал. По одной патроне, прям по одной пуле. Все, баба, давай перезаряжаемся. Молодец. А, плюсы и минусы оружия. В принципе, это и штука искорострельная, и ништяковская. Конечно, для 9 мм мы с вами ее оставим вот так вот с потолком, потому что это суперская и кайфовая пушка, скажем так, да? Конечно же, да, как бы автомат тоже у нас с тобой, эмочка наша с тобой, тем полюбившийся с КС-очки 1.6, которые сюда тоже перенесли, так хорошо портировали качественно. С обесами, которых не было в КС-ке, разумеется. Это круто. Опыт 60, того 2800. О-о, у нас с тобой 10 уже косарей мы набрали по бабкам. Слушай, по лавехе мы с тобой вообще движемся полным ходом. Так, важные вещи. Подожди, так, перемычка у нас с тобой была. Это мы все разобрались со всей этой лажей. Так, подожди, протеиновые капсулы, гидра. А, гидра у нас с тобой на нуле. И все, тогда до свидания. Парабеллум зарядим. И 9 патрон только осталось. Да уж их, слушай, можно тогда и выкинуть. Чтобы место зря не занимали, это правильно? Хотя нет, лучше оставим. Но потом все равно как-то восполняться будем, что-то находить, может быть. Итак, энергетика, раствор Рингера, значит, протеиновая капсула у нас с тобой. Ага, ну да, у нас много с тобой места прямо в нашем бронике. Митохондрия давай вкачаем, чтобы баба не хандрила. Надо вкачать митохондрию. Так, антитело давай усилим с тобой. Антитело у нас с тобой стоит 1600. Но это уже нет, это по 4 косаря, это уже вообще, это 3000. У нас с тобой столько нету сейчас пока что. 59 по энергии. Скрипучая дверь из-за первого модула входа. Ага, у нас с тобой опять, короче, появились враги. Знаешь, что мы с тобой можем сделать? Давай с тобой, наверное, я нажму F1. Мы с тобой сохранимся. Спасибо за отчет, сообщение о любых передвижениях. Передвижениях кого? Лошади или съеденного Кайла? С его пистолетом. Ладно. Это не важно, это не страшно, это все будет хорошо. Это все, ребятушки, у нас с вами все будет нормально. Вы самое главное успокойтесь. Самое главное успокойтесь и расслабьтесь, и все у нас будет нормально. Давай еще одну включаем перемычку. Так, осмотр, да, поднять. Так, выключаем ворота. Так, еще одну завязываем перемычку. Того у нас с тобой их две. Нажимаем осмотр, давайте, как у врача-проктолога. Нажимаем да, осмотреть. Все, так, бабище, поехало, пошло-поехало. Ага. Из-за двери послышался работающий звук двигателя. Так, заземление. Какое-то зазенение какое-то, озеленение какое-то непонятное. Распределитель путей, может быть. Да, если я правильно понимаю, источник питания. Это я понимаю, шестигранная написана надпись. У нас с тобой весьма интересная. Ладно. Так, мы с тобой сохранились. Еще раз сохраняемся. Да, давай с тобой... А что я смотрю на время? У меня справа вон время есть. Время записи у нас с тобой 15 минут практически. На босса мы с тобой много времени потратили. Давай тогда, наверное, вернемся немножко обратно, чтобы нам с тобой, так сказать, всех до конца прибрать. Заодно и посмотрим. Но у нас с тобой сейчас патроны слабее всего лишь. 10 за выстрел. То есть это фактически, в принципе, 10 выстрелов как бы сотка должна... Здорово.
Ага, мухи. На! Она все равно, у них чисто какая-то броня. Знаешь, как физ-броня вот эта вот в доте есть? Вот эта броня. На тебе, хорош. Уработали всех. Отведуйте, силушки богатырской. Сейчас как мы вам всем, ну-ка, забубеним. Вот все вот тут. Ой, рядышком как вы хорошо все встали. Простите, ребята, я в другого целился. Случайно вас зацепило. Но это было случайно. Как говорится, за случайно бьют отчаянно. Это нечаянно. Опыт 108, 168, М11. Итого у нас с тобой, да, 10 тысяч мы с тобой превысили. Мы красавчики. 3 тысячи опыта наберем, что у нас, знаешь, чтобы... Батюшки мои, у меня слюни такие изо рта только что полетели. Ты бы видел. Прям чуть ли весь монитор и не захаркал. Ладно, ничего страшного, бывает. Это мы протрем потом. Это все минимум. Это не нужно за это Патроны только так улетают, ребят, на самом деле. Вот если говорить 500 патронов, вы говорите мне, 500 патронов, вы говорите, это много. А я вам скажу, это, ребятушки... Бабочки, все, бабочки, да, моль всякая, давай. Моль самое главное вынеси, потому что моль это такая вещь здесь лютая, которая просто меня ослепит и все. Перезарядка, видишь, уже сотку еще потратили. И нашего пинбольного ружья. Аккуратнее здесь, все эти сопли зеленые, как у Шрека мы с тобой оббегаем. Ну-ка, на тебе, хорош. Все, давай, хватит пищать, верещать, успокойся. Ай, все равно траванул меня, собака, что ж ты делаешь? 72 хп. Тех врагов народа, я что-то закашлялся уже. 132, 156, итого 1773 на 10270 умножить. И потом вычти корень из 59. Итого у нас тут получается 1,5 миллиона. Я ж физик, математик, ядерщик. Так, у нас с тобой кто-то должен быть еще на улице. Давай на улице тоже наведем порядок. О, у нас там, прикинь, машина до сих пор заведенная. Вы что, ребята, аккумулятор опасайте. Кто там на капоте у меня спит? Вы что, кошки, что ли? Прикинь, на капоте, короче, спят, греются. Во, уши свои, смотри, как сразу. Ага, сейчас я вам устрою. Все, хватит спать на капоте, слезайте, чебурашки. Зубастики. Гремлины. Хорош. А видишь, он пытается на меня напрыгнуть, и в итоге я его продамаживаю во время прыжка. Смотри, смотри, смотри. Ты куда поскакал-то? Тушканчик. Да уж, ребята, весело, весело мы живем на этом свете, конечно. 1913, 10,5 тысяч, итого 53, 8 на 150 миллиардов квадриллионов, сектиллионов. Знаешь, что мы с тобой, наверное, может быть, оставим тогда эту серию, наверное, на битву с боссом. Вот у нас была с тобой, а движемся мы с тобой дальше туда потом, потому что сейчас пускай 18 минут. Все равно у вас, наверное, может быть, у всех уже морально-физический перегруз. Я все это прекрасно понимаю, вполне естественные вещи, все эти перегрузы. Их эмоциональные, нервозные, кандидозные. Вот эти, не знаю. Кто здесь? Вы что в моей шахте делаете? А ну брысь, ушастики! Чебурашка! Хватит мурчать! Все, я вас прогоняю. Давай, уходим, прочь. Слушай, реально, такое чувство, как будто с пинбольного ружья стреляет просто. Давай, о, вылез. Неужели? 80 хп у них получается, 79, да, примерно, с копейками. 70 с копейками, как когда спрашивают, у тебя возраст, ты говоришь... У тебя спрашивают, сколько, говорит, тебе лет, а ты говоришь... 25 с копейками. Ну, или там 20 с копейками, а если точнее, 49,5. И вот и все. Правильно, так и надо. Все, у нас с тобой, короче, 11 косарей, ребятушки, мы с вами... Если найдем какие-то торговые автоматы, кого-то еще, травматы, автоматы, пистолеты, пулеметы, мы с тобой найдем, то мы обязательно мы с тобою сможем очень много сделать, потому что 11 тысяч, это, как говорится, они на дороге не валяются, не зря мы их копили, и, разумеется, из этого выйдет какой-то толк, я вам гарантирую, поверьте мне на слово. Деньги лишними, как говорится, никогда не бывают, особенно если это паразитка. Паразитка, который наводил сначала порядки Манхэттен первой части. Ты помнишь, я до сих пор мечтаю опять вернуться в первую часть к моему любимому Якубовичу. Но, к сожалению, вряд ли это сулит быть на самом деле... В чему-то сулит быть, так сказать, избыться. Потому что это маловероятно, что такое произойдет, как-то у нас в жизни. Может быть, конечно, и произойдет. Но не факт. Якубович у нас с тобой потом уехал на Поле Чудес и обратно так и не вернулся, к сожалению. Ну да, потому что Манхэттен закрыли. Вы простите, я про него уже в третий раз вспоминаю, потому что, ну вот правда, вот просто он мне просто полюбился с этой четвертой серии. Я там-то не сказал, что это Якубович, просто хотел вас проверить, сумеете вы догадаться или нет. А вот в итоге так оказалось, ребятушки, да. Подожди, патронами не запаслись, а уже ты сохраняешься. Баба, ты что это самое творишь? Но на самом деле это все равно мало. То есть он медленно стреляет. Лучше, наверное, может быть, все-таки поменяем на калаш.
Давай поменяем на калаш. А как, в смысле, поменять? Автомат на автомат поменять? Шило на молот, еще серьезно? Подруга, ты меня прям поражаешь. Я вот что только не посмотрю, всегда вот из тебя только ору даваться. Вот честное слово. Понабирала всякого хлама, помойки всякой разной, непонятные. А потом мне говорят еще, Юранка, почему ты нормально стрелять не умеешь? Так это не я нормально стрелять не умею. Там... Куда выкинуть калаш? Ты попутала, что ли? Ты что? М-ку выбрасывать с калашом. 22 дамага. Там получается 10 единиц, плюс мы еще берем как урезку... тут просто, понимаешь, плюсы и минусы. Постоянная стрельба прям друг за дружкой. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Как этот, как конвейер прям стреляет, как пулемет Максим. Осталось только еще воду туда. Можно было вообще по-хорошему кислоту залить, да, допустим, в эту штуку. Или какую-нибудь воду обычную. И из этого пистолетового пулемета, как он называется, можно было бы из вот этого М950, можно было бы сделать, знаешь что? Ты не знаешь, а я знаю. Можно было бы сделать вообще... Совершенно верно, можно было бы сделать на свой водяной пистолетик или кислотный. Прикинь бы, кислотой пулялся бы и все, всех бы разубебенили. Ладно, ребятушки, на этом пока что все, тогда в следующей серии мы с вами движемся дальше как раз таки, чтобы узнавать, так сказать, все секреты сего убежища. Это, конечно, не убежище из Fallout'а, но все равно, думаю, что все будет очень интересно. Спасибо за отчет, 150 миллионов отчетов уже им отправили. Как отправить отчет Microsoft Windows, знаешь, 150 миллионов отчетов отправишь, а толку никакого. Вот та же самая ерунда не тут. По телефону позвонили в матрицу, отчет отправили, а толку никакого нет, отчет об ошибке об этом. Никак ничего не исправят. Все равно текстуры как были 6-гранными, так и они остались, несмотря на то, что даже с HD у нас с вами. Так что пока что все. Огромное спасибо за внимание, до новых встреч, крутите, не переключайтесь, будет много всего крутого и мне интересно. С вами была Шуранка. Будет очень много классного и крутого всего. Не забывайте смотреть старые ролики, подписываться на канал, рассказывать друзьям, комментировать, а также писать комментарии, потому что будет очень классно и здорово. Всем до новых встреч, покедова, с вами была Шуранка. Пока-пока и не переключайтесь.